Так, день второй. Завтрак. У нас тут такие вот вещи. Йогурт. Греческий с маракуйей, наверное. А, нет, passion fruit. Сок. Гуава с яблоком. 100% вкусный, а 100% натуральный. Непонятно. Будем разбираться. Вот такое вот молоко. Попробуем. И вот они, значит, рогалики. Даже не знаю, что такое. Какой-то. Значит, мюсли. И какой-то фрукт. А что за фрукт? Сейчас мы будем посмотреть. Вот тут даже вот так вот. Двойная упаковка. И вот такие вот дыня, скорее всего, какая-то. Вот так вот.